Приветствую вас, и да, то, что вы чувствуете, это неуверенность в себе, и чтобы бороться с этой неуверенностью в себе, нужно понять, что же вы, собственно говоря, хотите достичь, когда желаете нравиться мужчинам. Наверное, вам хочется быть значимым. Хочется что-то из себя представлять, хочется как-то, чтобы вас замечали, хочется, чтобы на вас обращали внимание и прочее. Это значит, что вам нужны какие-то достижения. Это значит, что вам нужно развиваться, проявлять себя, но не в личной сфере. Просто на личную сферу, как на более доступную, вы это проецируете. Но в действительности это потребность в социальной активности, в деловой активности, в личностной активности. И для того, чтобы с этим бороться, чтобы перестать быть зависимым от мужского внимания, нужно в первую очередь реализовываться в других сферах. То есть вот то, что вам интересно, то, где у вас есть способности, склонности, где у вас есть какие-то наработки, навыки, там вам нужно развиваться и достигать чего-то, чтобы чувствовать свою успешность. А вообще по жизни будет правильным, полезным ставить себе определенные цели, разбивать их на задачи, и вот добиваясь этих задач, каждый раз чувствовать, что вы успешны, что у вас получилось, что вы добились того, чего хотели, и это будет повышать вашу самооценку, повышать ваше достоинство, и тем самым вы будете меньше зависеть от мнения других людей, вы будете меньше оглядываться на них, и, собственно говоря, тогда не будете стремиться нравиться всем мужчинам подряд. Если у неуверенности в себе есть причина, то есть это комплекс, например, то тогда этот комплекс нужно разбирать. Комплекс состоит из эмоционально связанных элементов, однажды произошедшей яркой ситуации. Эту ситуацию нужно отыскать, заново пережить, разбить зависимость элементов, чтобы каждый элемент, который вы встречаете в жизни, уже в настоящей, не вызывал у вас соответствующего эмоционального переживания и не мешало вам существовать и заниматься деятельностью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.